Мы находимся в компании, нам сейчас Лариса представит. Да, мы находимся в компании Николя Ливье. Это для гостей. Ну, представляем хозяина. Да, Оливье Левек, хозяин фабрики. Сколько лет он был? Он работает в фабрике больше 30 лет. Основатель его отец. Угу. Мама сейчас тоже в бизнесе. Клер. А где фотография папы? Да, это его жена. Клер. Очень приятно. Вся семья работает в бизнесе. Видео для Фейсбука. По Фейсбуку. Папа все. Уже умер давно, а он как бы воспринял его дело. Так, а про... Вот травалье, апартир, келяш, дан ле сосите. 19 лет. Очень хорошо. А дальше продолжение есть? Да, у него есть сын Тома. А где? Тома живет с ними, сейчас закончил школу. И будет? И будет дальше учиться. Тома, пететру или вару при вот рубизнес. Пететру? Он сыпа. Да, не знает. Сыпа Тома Фия. Скорее всего, его дочка. У него дочка, но дочка еще маленькая. Ma fille fait des études de dessin. Да, она учится на дизайнера. Очень хорошо. Ну, какие годы ваши? Еще лет 40-50 работы активной. А мы больше не будем ничего смотреть? Или будем? Ну, можем пока сейчас присесть, а потом пойдем. Первую часть нашего видеоинтервью. Pas la vidéo dans l'usine. Не снимать. Офис. Офис, да. Офис. А это лучше другой, потому что... Да, он говорит, видео... Сейчас мы это... Офис.